Всем привет, дорогие друзья! Я снова с вами Станислав на канале Шустрибум. Сегодня хочу приготовить очень вкусный, нежный салат с говядиной, с кабачком, с помидоркой, с перчиком. Это очень все получается красочно, вкусно и очень ароматно. Ну что, начинаем готовить? Поехали! Говядина у меня здесь 450 грамм. Вот такой вот обалденный кусочек. Нам нужно его нарезать на небольшие ломтики или брусочки. Вот такие вот у нас получились ломтики. Теперь нам нужно еще раз порезать вдоль и еще раз поперек. Вот такие у нас брусочки получаются. И отправляем в миску. Добавляю для маринада соевый соус, примерно столовую ложку. Хорошенечко размешиваем. Кому кажется слишком мало соевого соуса, можете добавить 2 столовые ложки, но больше не рекомендую. Считаю, одной ложки вполне достаточно. Маринад берет столько, сколько ему нужно. Все, и оставляем в сторону, займемся овощами. Быстренько разберемся с перчиком. Убираем плодоножку, семена. Хорошенечко чистим. Перчик почистили, теперь нарезаем крупной соломкой. Кабачку разрезаем, отрезаем хвостик и попку. Потом режем пополам. И вот такие вот дольки. Режем весь кабачок. Отправляем наши кабачки в миску к перцу. Нарезаем перышком. Отправляем сковородку на плиту. Огонь достаточно большой у нас. Нам нужно хорошенечко прижарить мясо. Если у вас в маринаде будет жидкость, мясо нужно будет немного промокнуть бумажной салфеткой и убрать. У меня нет, мясо все впитало. Весь соевый соус, и мясо получилось очень нежным и очень крутым. Отправляем мясо уже в горячую сковородку. Жарим на большом огне минут 5 до готовности говядины. Спустя 5 минут отправляем лук. И вместе с луком еще минуты 3 протушим уже мясо. Пробуйте на вкус. Я попробовал, мне не хватает соли. Добавлю 1,5 щепотки еще. Сразу же отправляем кабачки, перчик. И буквально еще минуты 4 все это вместе прожариваем. Ах, аромат просто шикарный. А вид, смотрите, какой обалденный. Вот это у меня сегодня супер ужин. Так как я готовлю для всей семьи, я не поставил единственное острого перчика жгучего. Я добавлю чуть-чуть черного перца свежемолотого. Ребят, если вы готовите
и у вас в семье очень любят тоже острое, добавляйте перец чили, получается вообще супер. Перемешиваем. Буквально еще одна минута осталась. Не нужно готовить его долго. Кабачок должен оставаться немного хрустящим. Пробуйте опять же на соль. Если вам мало соли, добавляйте. Всегда пробуйте, не ленитесь. От этого зависит вкус приготовленного блюда. Добавляю терияки соус. Буквально 2 столовые ложки. Перемешиваем. Ребят, если бы я мог передать вам аромат, какой сейчас у меня здесь стоит, я бы с удовольствием. Укладываю на дно блюда листья салата. Для украшения беру помидорку. И нарезаю на дольки. Все, начинаем собирать наш вкусный салатик, который очень ароматный. Вот вам идея вкусного ужина, всеми любимого кабачка, просто супер. Также украшаем дольками помидорки. Сверху посыпаем конжетом. Только успел закончить, и дождь пошел. Давайте попробуем мясо. Но оно шикарное, очень нежное. А кабачок какой вкусный, просто бомба. Кому понравилось, конечно же, ставим лайки, подписываемся, делимся с друзьями, а также комментируем. Всем пока!